Я надеюсь, сейчас все очень сложится хорошо, и мы добежим до аренды, возьмем тачку, нам ее не сломают, не задемят, и мы доедем до банка и отдадим бомжику деньги, потому что все по правилам. Единственное только... А почему я не умираю? Что? А, да, да, замечательно. Замечательно! Спасибо! Да уж, друзья, хочешь что-то придумать веселое, провести что-то интересное, но как только ты появляешься в каком-то общественном месте, где тебя видит куча игроков, к сожалению, среди них оказывается не очень адекватная личность. Почему опять мне зафризилось все? Потому что здесь много объектов, что за хрень? Ну так вот, к сожалению, появляются некоторые особи, которые не очень, видимо, положительно... Так, поехали, брат. Приветик всем, я сразу напишу. Ну так вот, ну в общем-то вы видели все. Ну ладно, самое главное, что таких личностей мало, но, к сожалению, всегда так получается, что мы на них натыкаемся. Итак, к сожалению, да, мне жалко того бомжа, но мне никак уже его просто физически... Ну, мы можем туда прокатиться, но, опять же, там сразу опять начнется какое-то мясо. И, друзья, я не знаю, как поступить. Конечно, мне очень неудобно перед ним, но давайте договоримся так. Если мы его встретим, мы, конечно же, ему тоже потом подарим деньги. Ну, а теперь поступим, так как просто, я не знаю, я серьезно уже в шоке. Я сейчас опять где-нибудь встану, меня снова окружат, задемит и так далее. Либо копы начнут что-нибудь приставать. Поэтому мне нужно быстренько закончить свою миссию и отдать денежку какому-нибудь бомжу с ником на D. И поэтому давайте мы поедем ближе к банку и просто попробуем найти кого-нибудь из них. Почему у меня фризится? Я не понимаю, друзья, что-то сегодня странно. И почему, кстати, я не умирал и меня кикнуло? Ну, видимо, какая-то хрень произошла. Так, тут у нас бежит обычный игрок. Ну, о, пожалуйста. Нет, это, к сожалению, не на D у него ник. Так, окей, куда мы можем тогда... Блядь, опасно. Если мы... О, нет, Монтана. Монтана это не то, что нам нужно. А вот этот чувак. Ну это Димон, ну блин, он не бомж. А, тем более он на тачке приехал. Блядь, как поступить-то сейчас? Здесь бомжей-то мы не найдем. Окей, погнали тогда. Погнали к бомжатнику. Ребята, это действительно довольно сложно. Монтана за нами бежит. Монтана, извини, если бы у тебя был ник на букву D, без проблем, вообще ты бы сейчас разбогател. Но правила есть правила, чувак. И нам нужен, к сожалению, чел с ником начинающийся на D. Так, около мэрии, может быть здесь. Может быть здесь. Может быть здесь, вот тут у нас стоит какой-то. Ну это все, о, вот этот бомжик. Ну-ка, Артур. Так, здесь хорошо к бомжатнику, друзья. Это не так легко, как кажется. Это Лео. Вот тут у нас много бомжей. Тут много бомжей. Влад. Денис. Слушайте, если он выйдет из АФК, он реально будет сейчас счастливчиком. Прикиньте, он только что зарегался. Не, он, блядь, 26 минут сидит, стоит в АФК. Я думаю, это не вариант его ждать, потому что, судя по всему, он надолго. Ах, так, хорошо. Тут бежит вон кто-то, смотрите, из бомжей. А, это все Лео. Я его чуть не сбил, сейчас бы у него хп вообще не было. Так, на этой стороне, кстати, тоже на остановке. Он там стоял бомжик какой-то. Дон! Ну-ка. Нет! Я так и знал! Ребят, ну, здесь остается один вариант. Мы нашли, ну... Подождите, он ушатался, что ли, бомж тут? Господи. А я его еще пожалел! Я его даже не задавил! Вот, серьезно? Ну ладно, мы сделаем проще. Холм. Доставить транспорт к дому. Если мы увидим этого бомжика, я, конечно... А вот это, по-моему, он. Это он? Да, это он. До свидос. Ну так вот. Дон, иди сюда. Чувак. Тут такое дело. Коп, пожалуйста! Не сейчас, серьезно! Не, только не арестовывай меня. Ты выиграл в лотерее. Нам нужно попасть в банк. Повезло кому-то. Зачем, чувак? Он его давит? Может, он отъедет?
Подожди, пока что, кстати, наш... Поехали до банка. Что? Что происходит? Что происходит сегодня с вами, блядь? Почему у меня... Почему нахуй так все, блядь, охуенно-то, а? Почему так все охуенно, ребят? Я не понимаю. Все, я нахожу сейчас первого бомжа. Я уже не буду это снимать, потому что это пиздец занимает сколько времени. Как только мы оказываемся в банке... Все, друзья, тогда... Мы продолжаем. Я в шоке просто. Друзья. Ну. Короче. Я не знаю, каким образом мы усадили Дона. Осталось доехать до банка. Нет, давайте сначала оторвемся от копов, потому что за мной еще началась какая-то погоня. И... Короче, чувак реально в шоке. Реально в шоке то, что он победил. Ну, я понимаю его, в принципе. Но сейчас дело в том, что нам нужно аккуратно как-то попасть в банк. Я надеюсь, сейчас ничего не случится, и наконец-то чувак получит свой выигрыш. Сейчас я ему все расскажу в банке. Но сначала нам нужно туда попасть. Но сначала давайте мы оторвемся от всех. Так, в принципе, вроде от копов мы оторвались. Сейчас почти уже хвост сбросили. Сейчас мы как-нибудь тут покрутимся, повертимся и... В общем-то, так, тихонько, аккуратно, аккуратно, аккуратно разворачиваемся, и мы почти уже в банке. Давайте, давайте, сейчас мы объясним чуваку, что он выиграл в лотере. Блять, да что ж я все это столбы-то собираю? Меня сегодня этот инферно сдоканал, хочется его уже продать к хуям, потому что, блять, из-за него 225 тысяч сейчас срал. Ну, на самом деле, за чувака, конечно, я рад, все равно, что он выиграл. Погнали. Погнали, 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 погнали. Ребят, неужели это произошло? Так, где он? Короче, запятая, ты выиграл в лотерее 225 тысяч. Диктуй номер счета, и я переведу средства. Реально, чувак сейчас просто, наверное, в шоке. Ну, наконец-то, друзья, мы сделали это. Так, мне нужно, значит, основа, какой у меня там, 999, да, по-моему, код. Доступные средства, положить деньги на счет 225 тысяч, отлично. И теперь, собственно, нам нужен номер счета. Номер счета, ну, сейчас он напишет, я думаю. Какой номер? Какой номер? Что у него происходит? Ходу создает счет. Ребят, в общем-то, ну, на Челябинск мы уже не поедем. Я не знаю, есть ли смысл или нет. Короче, полный пиздец сегодня произошел просто на серваке. Я не знаю, что происходило. Просто жесть какая-то. Я вообще сейчас не могу еще отойти. Что-то крашит тебя. Да, кстати, вот да. Так, что-то у чувака он не может создать по ходу счет. Ну, сейчас думаю, создаст. Сейчас все будет нормально. Так, всем приветик. Всем приветик. Ну, что там? Ну чё там, чё там, чё там? Чувак, давай, 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 давай. Какой номер счёта? О. Походу всё сейчас будет. Итак, 371... А, это другой чувак написал. Я уже чуть не скинул. Держите. Чё там? Ну-ка. Так да, сегодня реально прям месиво. Вот чувак правильно написал. Вообще жесть. Ещё копы меня в ВСФ не любят, походу. Вообще жестко. Так, ну чё, мы не пропустили еще? Вроде еще пока не написал. Чё там? Чё там, чё там? Проблемы какие-то? А прикиньте, у него левел не позволяет создать. Чё-то он что-то пишет, что ли? Я что-то не пойму. А как номер узнать? Создаешь. Сейчас. Создаешь счет, и там написано где-то. Сейчас скажу, подожди. Так. Мои счета, и там номер напротив названия, в скобках. Ну-ка. Так, ну что, я думал, он сейчас разберется. А, если у него не создан, надо сказать, что создал. Бля! Блин, это пиздец. А чё делать-то, ёб твою мать, что ж так сегодня везёт-то и мне, и всем? Как ему теперь, я не знаю, друзья. Так.
Как можно перевести крупную сумму челу, у которого нет ни, у которого нет третьего левла? Сейчас спросим у админов. У нас просто какой-то сегодня, ребят, я не знаю. Никак. Блять! Ну что ж такое-то? Как, что придумать-то можно? Подождите, а если попросить админов дать мне какой там левел-то нужен, чтобы... Может кто из админов сюда тп-шнуться ко мне? Я не знаю, это пиздец, ребят, обидно за чувака. Через пэй. Так вот именно, а через пэй я больше 5 не могу давать. Ну что это, я ему сейчас 5000 вместо 225 дам? Ну это тоже не смешно вообще. 5000. Пишите сюда. Ну, ребят, ну, админы, кто-нибудь прилетите. Ну, чё вы, как это? Ну, чё вы, как самые эти-то? Один раз в минуту. Пишите, мы вас слушаем. Короче. Последняя, ребят, попытка. Вы видите, что я делаю все возможное. Мне нужно чуваку, который у меня выиграл, скинуть бабло. Может, как-то... Блядь, не уместится. Да ёб твою мать! Репорт ебаный! Хули нельзя писать чаще минуту? Мне нужно как-то скинуть чуваку выигрыш... Блять, выигрыш в лотерее. Бля, ну чувака жалко пиздос, серьезно. Я не знаю нахуй, что делать. Просто пиздец какой-то. Что делать в такой ситуации, я не ебу, серьезно. Они, наверное, если у него нет, только через пэй. Блять, да не могу я через пэй. По-другому никак. Я не могу через пэй больше 5к в мин передавать. Можете левел накинуть на одну минуту? Надо скопировать. Ну да, блять, конечно, минута-то еще не прошла. Сука. Я ебал, серьезно. У меня просто нерв... Ой, простите, пожалуйста. У меня сегодня нервишки, ребят, серьезно. Я надеюсь на ваши лойсики, потому что мы сегодня просто благотворительностью занимаемся, а нихуя не получается почему-то, я не знаю почему. Ай, бля, я ебал, серьезно. Ну, может, это как-нибудь уже. Да не накинут они, чего бы они мне накинули этот левел на минуту. Какой у меня, кстати, левел там? Я даже не знаю, какой нужен. Ха-ха-ха. Пиздец какой-то, блядь. Ох, пиздец, какой пиздец, пиздец. Пиздец, какой пиздец, какой пиздец, пиздец. Пиздец, 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 пиздец. Пам, па-пам, па-па-па-па-па-пам. Пру-пу-пу, пу-пу-пу-пу-пу-пу. Я серьезно не знаю. Мы не можем левел давать, только барреры можем. Чего еще что-то хотели? Никакой, что? Что за загадками они говорят? Я ничего не понимаю. Короче... Блять, я не знаю, ребят. Я просто не ебу. Я не знаю, что делать. Что я могу... Я не... Пиздец, короче. Пиздец. Это все, что я могу просто сейчас сделать, ему по 5000 давать. Но это же 225 тысяч я ему буду... Ребят, короче, давайте договоримся так. Я сейчас, конечно... Мы заканчиваем запись. Спасибо всем за просмотр. Сейчас я посижу, подрачу. Буду раз в минуту ему хоть сколько-то, может быть, 1050 я хотя бы ему дам. Хоть сколько-то буду стоять и давать. Ну, не знаю, что еще придумать. Серьезно, это пиздец, конечно, полный. Все, друзья, спасибо за просмотр. Я очень надеюсь на ваш лайк. Подписывайтесь на канал, если тут впервые. Комментируйте. Обязательно пишите новые задания, ребят, крутые. Чтобы мы с Кристиной или я один выполняли. До новых встреч. Всем удачи и всем пока. Ребят, в общем-то, я тут надеюсь, сейчас чувак там очень сильно поможет. Мы продолжаем, потому что вот этот чувак, коп, он 18-го левела, он предложил помощь, что я ему скину, он перекинет вручную. Я очень надеюсь, что он перекинет, но, в принципе, я не думаю, что ему как бы делать нечего. Зачем ему обманывать, поэтому сейчас мы, собственно, так и поступим. Сейчас жди. Сейчас все будет. Так, 334-51. 334-51. 334-51. Так, WebMoney, отлично. 225 тысяч. Скинул 225к. Перечисли дону.
вот ему. Вот. Ребят, сейчас... моя душа будет спокойна, серьезно. Так, есть. Все, красавчик. Респект тебе, Джошан... Джошан Либрас. Либрас. Просто красавец, серьезно. Спасибо тебе, Дону. Вот тому. Вот. Ему. Спасибо тебе большое, что помог. Фига себе. Чувак сейчас просто счастлив, наверное. Красавчик. Реально. Вот просто реально красавчик, что предложил помощь. Все 225к передал. Он все передает и передает, пиздец. Вот реально, без кидалова хорош, вообще красавец. Респект тебе. Реально вообще. Фух, ребят, ну вот теперь со спокойной душой мы заканчиваем. Спасибо еще раз Джошину, поздравляем Дона. В общем-то, пишите ваши задания креативные, будем еще придумывать. В общем-то, вот так вот. До новых встреч, пока-пока.